продолжаем цикл передач о предприятиях областного концерна мясо-молочной промышленности. Сегодня наша передача посвящена одному из старейших мясоперерабатывающих предприятий в республике – Глубокскому мясокомбинату. Более 70 лет деятельность комбината подчинена главной задаче – производству качественной продукции и полному удовлетворению покупательского спроса. В 1986 году коллектив комбината был удостоен ордена «Знак почета», дважды награждался почетными грамотами Верховного Совета БССР. На поддержание добрых традиций направлена деятельность и сегодняшних работников предприятия. Время диктует новые требования. Огромная конкуренция на мясном рынке принуждает производителей искать новые пути развития, которые ведут к экономической стабильности. Глубокский мясокомбинат делает ставку на модернизацию производства, внедрение эффективных технологий. За последние два года на техперевооружение цехов инвестировано 7,5 миллиардов рублей. Мы понимаем, что без модернизации производства достичь этой цели было бы невозможно, и находимся в постоянном процессе обновления технологий и производства. За последние годы принципиально обновлена техническая составляющая производства. Появились новые виды товара за счет введения участков производства сырокопченой, сыровяленой продукции, пельменного участка. И работа по его дальнейшему расширению производства, а также развитию мощностей, лежит в основе концепции развития предприятия и сегодня. На конкурсной основе Глубокский мясокомбинат был включен в республиканскую программу развития перерабатывающей отрасли. Это позволило открыть кредитную линию и закупить необходимое оборудование для производства колбасных изделий и полуфабрикатов, а также построить участок по производству сырокопченых и сыровяленых колбас. Если мы до 2002 года выпускали 2000 тонн колбасных изделий в год, то сегодня наше предприятие выпускает 6 тысяч тонн колбасных изделий. Мощности по полуфабрикатам у нас были невысокие. Это было 300 тонн полуфабриката в год. Сегодня, только за 2008 мы уже произвели 1500 тонн. Сегодня мы предлагаем нашим покупателям широкий ассортимент выпускаемой продукции. В дальнейшем мы будем совершенствовать свои и технологии, и качество. И надеемся, что наши новые виды продукции, которые мы планируем разрабатывать и в этом году, и в последующем, тоже будут удовлетворять всем вашим пожеланиям. Специалисты комбината активно работают над расширением гаммы выпускаемых продуктов, используя ГОСТовские разработки и свои собственные. Сегодня в ассортименте около 250 наименований различных изделий. Это группа вареных колбас и сосисок, ливерные кровяные продукты, полуфабрикаты натуральные, а также быстрого приготовления, что значительно экономит время хозяек. Это стейк по-царски, свинина на косточке, поджарка нежная, ребрышки популярные, колбаски сырые. Особое место занимают пельмени. Их свыше десятка наименований. Это пельмени ручной лепки, которые сделаны по традиционной технологии, которую делали наши еще дедушки и бабушки. Они делаются из натурального мяса с натуральными пряностями. Пришлись по вкусу и сырокопченые, и сыровяленые колбасы, особенно в натуральных оболочках. Это колбасы от бабушки, от дедушки, тещина колбаска вкусненькая, а также натуральные рулеты, рулетик хрюша. Основной акцент мы делаем на выпуск продукции из натурального сырья, из мяса свинины и говядины отечественного производства. Покупатель очень любит наши старинные рецепты и возвращается со временем к их истокам. На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001, а также система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАСП. Это является залогом выпуска высококачественной продукции. Изделия Глубокского мясокомбината занимают устойчивую нишу на потребительском рынке области и за ее пределами. В Глубоком предприятие открыло два фирменных магазина. Их адреса хорошо известны покупателям. Я житель Глубокого и являюсь постоянным покупателем этого магазина. Продукция мясокомбината представлена здесь в широком ассортименте. Она всегда хорошего качества. Выкладка прекрасная в магазине, и никогда я не остаюсь без покупки, всегда довольна и покупкой, и качеством, обслуживанием продавцов. Я сама из Полоцка, но когда проезжаю в город, то глубоко всегда покупаю продукцию Глубокского мясокомбината, потому что и в Полоцке, когда находим продукцию Глубокского мясокомбината, только покупаем ее, потому что она вкусная и хорошая. Продукция глубокских производителей настолько пришлась по вкусу, что ее даже в стихотворной форме воспевают.
Из глубинки вам новинки. Стейк по-царски, да колбаски. Хоть по-графски, хоть по-барски. И от тёщи колбаса. И вкусна, и хороша. Продукция Глубокского мясокомбината, представленная на выставках, конкурсах, дегустациях республиканского и международного уровня, неизменно отмечается наградами высокого достоинства. За достижения в области качества в 2007 году коллективу присуждена премия правительства Республики Беларусь. Политика открытого акционерного общества «Глубокский мясокомбинат» подчинена главной цели – выпуск конкурентоспособной и безопасной для здоровья людей продукции. Усилия коллектива направлены на дальнейшее техперевооружение предприятия, совершенствование технологических процессов. Все это будет способствовать воплощению все той же цели – созданию конкурентоспособной, востребованной продукции, которая должна находиться на прилавках наших магазинов. Уважаемые потребители! Приобретайте продукцию Глубокского мясокомбината, и вы не ошибетесь. Поддержим производителя. Покупаем наше белорусское, свое местное, наша марка. Светлана Макаева, Сергей Пантюхов, Станислав Дудин. Глубокая Витебск.